Здорово, пацаны! Сегодня рубрика «Эксперименты». Да, именно так. Бумага нам потребуется обязательно, но чуть попозже. В общем, решили мы проверить качество воды. Но на самом деле не так. Вода чистая нам нужна для приготовления сож для станков и для приготовления рабочей жидкости для электроэрозионного станка. Там по факту тоже какая-то сож, только какая-то она более мыльная. Соответственно, чтобы все было четенько и хорошая сож могла хорошо работать, нужна мягкая вода. Вот, в магазине ее не накупишься. И еще когда-то давно один из подписчиков презентовал нам колонну, такую прям здоровую, она в кадре где-то попадала, с ионообменной смолой. То есть по факту водичка из этой колонны выходит уже очищенная. Но так как никаких приборов, что называется, контроля нету, непонятно, насколько она выходит чистая. Потому что если верить тому описанию, что было, вода по выходу из колонны использоваться должна для дозаправки свинцовых, кислотно-свинцовых аккумуляторов, погрузчиков. Вот. Соответственно, ну, водичка там должна быть очень хорошая, но вечно хорошая она туда выходить не может. И поэтому при монтаже колонны был поставлен прибор учета, то есть сколько литров через нее пройдет. Ну и вот, что называется, наверное, уже пару-тройку сотен мы оттуда отмотали. И настало время проверить, что у нас на начальном этапе покажет прибор, а что он покажет, например, после 1000 литров воды, насколько она станет хуже. А коль такая пьянка, Викториус заказал вот приборчик с Алиэкспресса, мы решили вообще проверить всю воду, которую смогли найти в мастерской. И сегодня здесь целый бар, практически гей-бар. Здесь есть напитки на любой вкус. И подкрановая вода, и минеральная вода из бутылки. Я вот отсюда вот выдрачиваю пузырьки, потому что в инструкции это написано, что пузырьков на электроде не было, а то врать будет. Вот я отсюда вот их выстукиваю, никак они не выходят. Затем у нас есть вода из системы обратного осмоса, которую Вадим с дома набрал. Вот, он очень любит чистую воду, как оказалось. Вот, есть да вода даже из плит-системы. Боюсь представить, что там. Вот, соответственно, вода из той самой колонны, про которую я рассказывал. Ну и нашелся даже эталон из Леруахи под названием «Дистиллированная вода для системы отопления». В общем, я их так примерно расставил по возрастанию, ну, чтобы не засрать электрод, потому что все-таки электрод здесь такой специфический, вообще на самом деле их два. Вот, один из них меряет температуру. Ну и, что называется, в принципе, все готово для измерений. Погнали. Ну, в общем, согласно этой китайской инструкции, электроды нужно хранить в чистоте. И перед использованием мыть, дистиллять. И протирать насухо бумагой чистой. Я думаю, туалетная пойдет. Так что давайте мы их пополощем для начала. У меня тут как раз дистиллят. Он у нас первым будет измеряться. Думаю, сильно мы его не должны подзагадить. Так, включаем. У нас тут есть варианты. Мы можем измерять температуру. Можем измерять загрязнение. Загрязнение может быть как в ППТ, так и в ППМ. Разница в чем? Это количество частей ППМ на миллион и ППТ на 1000. Ну, в нашем случае речь идет о миллионных частях. В общем, все. Засовываем и помешиваем. Первым у нас на очереди дистиллят. Ну, в целом, не очень удивительно. И даже очень здорово, что родная Леруаха не налюбила. И бутылки с надписью «дистиллят», похоже, все-таки дистиллят. Ну, прям по нулям, не видят. Здорово. Здорово. Переходим к воде из той самой свежеустановленной колонны. О, есть движение стрелки. Сейчас мы поболтаем, чтобы оно там точно все было. Показывают
7 частей на миллион. Ничего себе, скажу я вам. Это действительно очень чистая вода. Я предварительно перед началом сюжета заглянул в таблички из интернета, коих очень много. Там написано, все, что до 50 частей на миллион. Прям, вообще отличнейшая водичка. Это водичка из состояния вот как раз таки из-под мембраны, из-под хороших фильтров, из-под осмоса. Дистилляты, деминерализаты, вот это вот, в общем, все, что такое хорошее, до 50 частей. А вот все, что после 500 частей, оно обозначено красным цветом и прям вот очень-очень плохо. Кондиционер. Между прочим, тоже очень интересно. Я прям не поленился, пошел на улицу, подставил стакан под струю. Давайте посмотрим, можно ли пить воду из-под кондиционера. А между прочим, похоже, можно пить. 28 частей. Ха-ха, ничего себе. Достойный результат, я вам скажу. Особенно учитывая, что это же вода, которая сконденсировалась на испарителе, который у нас находится в помещении, через который вместе с воздухом прокачивается пыль и всякая микрофлора и прочая дрянь вот эта вот. Не так уж тут ее и много. Вот, в принципе, до 29 оно догоняется. Вообще отлично. В общем, кондиционер в топе. В поле допуска. А это вода, которую Вадим намайнил на домашней колонне. По факту, та же ионообменная соль, только более, что называется, прогрессивного исполнения. Так, а вот, между прочим, похуже-то будет нашинской. 19 единиц против 7. Но в целом это все более чем достойно. Прям вообще класс. Любой стакан бери да пей. Как раз лето, нужно больше пить воды. Так, а вот это уже практически реклама, что называется, не реклама. Это минеральная вода, газированная местного происхождения, с нашей, с Ростовской области. Мы ее пьем просто как не в себя. Серебряная называется. Ну, пузырьки там, не знаю, будет ли честно или нет. Постараюсь сильно о них не взбалтывать. Вот, потому что в инструкции все в той же китайской написано, что пузырьки на электроде не дадут честных показаний. Но то, что я сейчас вижу, да, они немножко скачут, но не сильно, в принципе. Ага, вот что-то они на убыль пошли. Только было 200, уже 180. Похоже, пузырьки начали образовываться, я уже прям вижу. Не знаю, передаст ли камера. Все обросло микропузырями. Чертова углекислота все еще живет в воде. И, грубо говоря, чем больше пузырей, тем меньше величина. Ну, началась она где-то с 200. Ну, наверное, для минеральной воды это и вполне себе неплохо. Фиг его знает. В целом, вот чё-чё, а вот отсюда бы я прям сейчас бы хлебнул бы немноженько, пока еще газы не вышли. Так, ну и самое, что называется, сосамы, это наш Донской водоканал, водопровод, что называется, святая святых, просто из-под крана. У нас тут городская вода, вот, причем новые трубопроводы проложены, полипропилен под землей, по идее, все должно быть хорошо. Ну, заглянем. О-о-о, по-моему, не все так хорошо, как в рекламе. В общем, мы вышли из поля допуска. И здесь 720 плюс частей на миллион. И это прям хреново. Вода у нас, похоже, очень жесткая. В ней очень много примесей, по всей видимости, в виде солей. Ну, что я вам скажу, результаты очень даже замечательные. Вообще, так порадовался за эту колонну. Реально классная вещь. Будем использовать, что называется, нам еще много сожи предстоит приготовить. Кондиционерную воду, в принципе, от бедности тоже можно поюзать. Вот, и я думаю, что это успех. А потому, как говорил товарищ Ворошилов в одной из телепередач, за вашу победу и мое очко. Какая
гадость. Блин, а мы же хотели поменять ее на осмос. Нормально. Тоже камеру. Что называется, предложить сыграть в одну очень интересную игру. Но для этого мне нужен второй участник. Я перемешаю стаканчики, а он выберет. И пусть угадает, что он выпил. Предлагаю оператора на эту роль. Камера-то все равно стоит. Я хотел... Так что вы, Александр, закрываете глаза, наверное. Закрываете глаза. Я сейчас так их перетасовываю. Поотворачиваю от вас, что называется, названиями. А вы назовите цифру. Цифру. От 1 до 6. Полстакана внутрь. Таковое условие. Все, я готов. Цифра в студию. Пейте, 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 пейте. А если это кондиционер, я же умру завтра. Или сегодня. Я постановил эксперимент. Неужели я кондиционер? Еще глоточек, и тогда станет ясно. То нормальная вода в колонне, позвольте. Ну а на этом все. Ждите новые видео и бейте в колокол. А всем подписавшимся на Бусти отдельное спасибо от пачанов. Для тех, кто хочет еще сильнее поддержать канал, там же на Бусти есть варианты. Все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст.